Сегодня в нашем выпуске Эля Васюкова расскажет о том, как живется евреям в кибуцах, и еще немного о революции и Льве Троцком. Мы услышим эхо марафона из Ижевска, из церкви с удивительным названием «Вера, действующая любовью». Алия не только продолжается, но и наращивает свои темпы. Семья евреев из Москвы поведает свою историю. Борис Васюков прочтет новую главу своей книги. Слово ободрения от пастора церкви «Источник жизни» из города Ухта. Всем привет! У нас для вас хорошие новости. Мы добавляем еще один выпуск нашей передачи по пятницам. И первый будет 1 апреля. И это не шутка. За счет этого передачи станут немного короче. И надеемся, что для вас это будет удобнее. Итак, теперь понедельник, среда и пятница ровно в 7:40. И не забывайте лайки, комменты, репосты. Для нас важен каждый. А мы начинаем удивительно интересный 18-й выпуск. Некоторые считают, что коммуны – это утопия, несбыточная мечта. Ведь чтобы общество функционировало, ему нужна жесткая рука государства. Сейчас Эля Васюкова расскажет об истории кибуцев и как в них живут сейчас, их плюсы и минусы. Досмотрите до конца и сами сделайте вывод – коммуны умирают или же несбыточная мечта воплотилась где-то в уголках Израиля. Добрый день, дорогие друзья! Приветствуем всех неравнодушных к истории Израиля и судьбе еврейского народа. Если вам интересны выпуски наших передач, ставьте лайки под этим роликом и пишите свои комментарии. Это очень важно для нас. В этой передаче мы, пожалуй, последний раз коснемся страшного для России периода революции 1917 года и последовавшей за ней гражданской войны. Напомню, предыдущую передачу мы закончили на том, что на следующий день после Октябрьского переворота 1917 года большевики сформировали свое первое правительство, куда вошел всего один еврей – это был Лев Давидович Троцкий. Лев Троцкий – один из главных вождей партии большевиков. Его настоящее имя – Лев Бронштейн. Именно он является создателем Красной армии и ее главнокомандующим. И был настолько талантливым руководителем, что именно ему советская власть обязана своей победой в гражданской войне. Во время гражданской войны белогвардейские войска уничтожили на Украине более 70 тысяч евреев. Антисемитские настроения солдат подогревались их руководителем Симоном Петлюрой, который постоянно напоминал, что большевистскими армиями руководит еврейский Троцкий. Но когда главный московский раввин Мазе обратился к Троцкому как к еврею с просьбой использовать Красную армию для прекращения погромов, Троцкий отказал ему в этом. «Вы ошибаетесь», – был типичный ответ Троцкого, когда упоминалось его еврейское происхождение. «Я социал-демократ. Это все». Интернационализм составлял основу коммунистической идеи. Там не было русских, поляков, украинцев, евреев. Там были только социал-демократы. Поэтому Сталин не был грузином, Дзержинский не был поляком и Троцкий не был евреем. В конце своей встречи с Троцким раввин Мазе сказал: «Троцкие сделали революцию, а Бронштейны расплачиваются». Евреи, конечно, дорого заплатили за то, что их народ в массовом сознании людей связывался с коммунизмом. Но антисемиты не смогут опровергнуть тот факт, что еврейский коммунизм столь же враждебен евреям и их интересам, как и антисемитизм. Карл Маркс, основатель теории коммунизма, родился в еврейской семье в 1818 году. Его первая важная работа к еврейскому вопросу полна прямо-таки нацистской ненависти к евреям и иудаизму. Какой мирской культ еврея? Торгашество. Кто его мирской бог? Деньги. Деньги – это ревнивый бог Израиля, пред лицом которого не должно быть никакого другого бога. Гитлер позже признавался, что его антисемитские идеи
выработались под влиянием знакомства с этим трудом. Маркс задавал тон для многих позднейших еврейских коммунистов своей враждебностью к верующим евреям и иудаизму. Хотя антиеврейство Троцкого никогда не достигало уровня антисемитизма Маркса, Троцкий активно противостоял еврейским интересам. За годы его власти в России подавляющее число синагог было закрыто, изучение иврита запрещено, русское сионистское движение, насчитывающее тогда 300 тысяч членов, разогнано, его лидеры созданы в лагеря, из которых немногие вернулись живыми. Уинстон Черчилль написал о Троцком. Он оставался евреем. Ничто не могло это изменить. Большое несчастье, когда покидаешь семью, отказываешься от национальности, плюешь на религию отцов. Платишь такую высокую цену, чтобы потерпеть поражение по столь мелкой причине. Годы спустя Сталин, опасаясь невиданной популярности Троцкого, выслал его в Мексику. До сегодня Троцкого считают крупнейшим интеллектуалом среди большевистских лидеров. Однако в его трудах по еврейскому вопросу не встретишь умных мыслей. В 1904 году Троцкий высмеивает сионизм, возвращение евреев на Сион в Израиль. Он предсказывает скорое исчезновение этому движению и упрямо считает, что спасение евреев связано с ликвидацией капитализма. Троцкий был слишком прагматичным коммунистом. Через месяц после этого пророчества Троцкий был убит в своем мексиканском доме убийцей, подосланным Сталином. А евреи все-таки вырвались из большевистской России, чтобы возвратиться на свою землю, данную им Богом навсегда, и построить справедливое общество там. Когда Ленин, Троцкий и их товарищи создали Советский Союз, евреи удостоились полного равноправия в личном плане. В национальном и культурном плане они были обречены на ассимиляцию и исчезновение. Ленин отсек русское еврейство от мирового и объявил сионистское движение вне закона. Тысячи сионистов были высланы в Сибирь как контрреволюционеры. Тогда и возникло выражение «узник Сиона». Лишь немногим сионистам удалось уехать из России в Палестину. Для евреев Палестины начиналась новая эра. Из Англии только что приехал Герберт Самюэль, ставший первым верховным комиссаром. Евреи не могли мечтать о лучшем выборе. Верховный комиссар был не только евреем, но и сионистом, поддерживавшим идею еврейского возрождения в Палестине. Евреи Палестины, которые только вчера были гражданами второго сорта, притесняемыми турками, презираемыми арабами, распрямили спину. В воздухе витал дух мессианства, когда они приветствовали Герберта Самюэля. Страсти накалились еще больше, когда Эдвин, сын верховного комиссара, женился на Хадассе, уроженке Палестины, устроив традиционную еврейскую свадьбу. «Моя свадьба, состоявшаяся 6 декабря 1920 года, была первым официальным приемом, и мой отец пригласил людей со всех концов земли. Поскольку я был сыном верховного комиссара, разные районные комиссары решили, что их делегации из разных частей Палестины должны привезти подарки. Большая часть подарков была чеканка. Но районного комиссара Беершевы осенила блестящая мысль сделать меня почетным шейхом беершевских племен. Таким образом, сразу после хупы на меня набросилась группа арабов. Я не понимал, что происходит. Меня одели и приготовили агал, и кафию, и абая, и особый меч, привезенный из Дамаска.
это было настоящим представлением. Впоследствии это причинило мне массу хлопот, так как они ожидали, что я буду им покровительствовать. Но все же это было приятно. А это фотография для протокола. Но я не был вторым Лоренсом. В начале 1920-х годов Палестина в основном была пустынной и бесплодной. Ее рассеянное население насчитывало всего несколько сот тысяч. Большинство арабов жили в горных районах. Прибрежные равнины и долины были заброшены. Израильская долина, самая большая из всех, была почти сплошным болотом, кишащим малярийными комарами. Первые поселенцы считали возрождение Израильской долины величайшим делом сионизма. Одна группа поселилась в пустынной местности Маалу. Арабы называли это место «болотом смерти», а единственный источник воды там – отравленным ручьем. Евреи стали рыть дренажные канавы и прокладывать трубы. И вот болота высохли, малярия исчезла, и там был основан Машав Нахалал. Пионеры сионистского движения верили, что новое общество должно быть совершенным, свободным от пороков капиталистического мира. Они строили идеальное общество без бедных и богатых, где все смогут прокормиться плодами труда своего. Поселенцы считали физическую работу наивысшей жизненной ценностью. Как социалисты, они и мысли не допускали о том, что их национальный очаг превратится в колониальное общество землевладельцев, эксплуатирующих труд местного населения. Я расскажу вам, как это происходило. Прежде всего, протест против всего, что было вчера. Мы хотели чего-то совершенно нового. Строить все своими руками. Все делать самим. Да и потом, мы все выросли в городах, больших и малых, но нам это было не важно. Мы искали правду не в городе, а в полях, в работе. Там была правда. Первые поселенцы были очень молоды, большинству не было и 20. Их молодой задор помог им превратить многотонный изнурительный физический труд в одухотворенную цель их жизни. Изнурительная работа. Мы не привыкли работать так тяжело. Но все наши силы, весь наш энтузиазм был направлен на осуществление нашего идеала. Вечера были необычайными. Мы проводили вечера за чтением книг. Мы читали очень много – философию, немного политической литературы, психоанализ, русскую литературу, Достоевского, Горького, Толстого. Случалось, мы вспоминали прошлое. Рассказывали, как относились к жизни, человечеству, вечности. Были минуты слез и смеха, всплески чувств, скрашивающие серую повседневную жизнь. Это был некий духовный мир. Когда была такая историческая возможность, к сожалению, сейчас мы уже должны говорить именно так. Когда была такая историческая возможность, мы организовывали поездки для верующих евангельских церквей России в Израиль. Целью этих путешествий было показать нашим христианам реальный Израиль, рассеять все мифы о нем, хорошие и не очень. Мы считали это чрезвычайно важной задачей. Ну, прямо миссией.
потому что будущее церкви, согласно Библии, обязательно связано с Израилем. И в наше конечное призвание, город Иерусалим, мы с вами войдем воротами, на которых будут написаны имена еврейской семьи, сыновей Иакова, Рувим, Симеон, Иуда, Иссахар и так далее. В этой любимой стране мы старались посетить места, куда обычно не ступает нога традиционного туриста. Одним из наших интереснейших впечатлений было провести ночь в кибуце. Ох, какое это было особенное место! Мы приезжали в кибуц вечером, и нас расселяли по домикам. В этом домике было все, что нужно для жизни путешественника. Удобная кровать, душ, кондиционер и, конечно, электрический чайник с чайными пакетиками. В одной из таких поездок с нами был пастор из Белгорода Борис Кохан. Когда Борис Владимирович с женой поселился в таком домике, он сказал мне: «Бог нас здесь ждал». Потом мы шли на ужин в большую светлую столовую, где еду нам раздавали члены кибуца. Мы садились за столы, а рядом с нами ужинали кибуцники. Можно было с ними познакомиться, немного поговорить. Казалось бы, что тут особенного? Подумаешь, ужин в столовой. Да и еда-то там была скромная, не то что ужин в ресторане гостиницы. Но, дорогие друзья, уверяю вас, это был уникальный опыт для участников нашей христианской группы. Вы, наверное, никогда не были внутри сообщества людей, которые реально живут одной большой семьей. Мы только читали об этом в книге «Деяний» о жизни первых христианских общин. Там так и написано. И все у них было общее. Ну, прямо как в кибуце. Общее имущество, территория проживания, труд на благо обществу, но главное – общие идеалы. Зарплату кибуцники не получают, а просто приходят в магазин и берут, что им нужно. Если же нужно съездить куда, то в кибуце имеется свой парк машин. Пришел в общественный гараж, взял автомобиль и поехал, куда тебе надо. Детей обучают на территории кибуца. Но если ребенок проявил какие-то особенные способности, ну, например, петь или рисовать, то ему будут привозить учителей или возить ребенка на обучение за пределы поселения. Настоящий коммунизм. От каждого по способностям, каждому по потребностям. Карл Маркс, основоположник коммунизма, был бы крайне удивлен, если бы узнал, что его теория и коммунистические принципы так и сработали. Но только в одной стране и только в кибуцах. Равенство здесь главное. Все живут примерно в одинаковых условиях, в небольших домиках, питаются вместе в столовой. Вещи стираются в прачечной. Там их не только аккуратно постирают, но и погладят, пришьют оторвавшиеся пуговицы и зашьют все дырочки. Работы у кибуцников много. В полях, на животноводческой ферме, в столовой нужно готовить еду и убирать посуду, в яслях, в детском садике. А чтобы никому не было обидно, через определенный период люди меняются своими обязанностями. Раньше еще менялись и домами, время от времени переезжая в дом своего соседа. Так поддерживался принцип равенства. Поначалу дети не жили с родителями, оставаясь на всю неделю в детском саду. Только в субботу на шаббат они приходили домой. Но дети в Израиле, и особенно в кибуце, это народное достояние и национальное богатство. Самое главное и любимое, что есть в этой стране. Поэтому любая женщина, как только заканчивала свою основную работу, бежала в ясли или детсад, чтобы побыть не только со своим ребенком, но и уделить внимание и любовь всем кибуцам детишкам. Потому что дети здесь общие и всеми любимые. И директор, и уборщица имеют одинаковую зарплату, но на руки ее не получают. Все деньги уходят в кассу кибуца. Раньше кибуцы занимались только сельским хозяйством, а сейчас они налаживают и промышленное производство. Мы посетили один из производственных цехов. Там изготовлялись задвижки на газовое оборудование.
Работа непростая. Люди трудились очень сосредоточенно, но при этом в коллективе царила доброжелательная, приветливая атмосфера. Среди рабочих мы увидели старенькую бабушку. Ей было 96 лет. Она так обрадовалась, увидев нашу группу. Лет 60 назад она приехала из Польши, поэтому понимала немного по-русски и с удовольствием с нами разговаривала. У этой бабушки была ухоженная внешность, красивая одежда, волосы выкрашены хной, на руках маникюр. Было заметно, что ее любили и ухаживали за ней. Она сидела и пыталась собирать какие-то элементы задвижек. Руки плохо двигались, и пальцы не слушались. Мы спросили у людей, работающих рядом: «Чего бабулю мучаете? Пусть дома сидит». На что нам ответили: «Не хочет бабушка сидеть дома одна. Хочет быть рядом с людьми. Вот, говорят, мы ее терпим, помогаем. Все равно за ней приходится все переделывать. А ей радость быть с нами». Вот такое отношение к людям. Эти кибуцы накормили весь Израиль и вывели его сельское хозяйство на передовые мировые позиции. По статистике, один человек в кибуце кормит 95 своих соотечественников. До 1967 года во время обстрелов здесь работали по ночам и урожай убирали, когда сирийцы и ливанцы выпускали по ним множество снарядов. Но это не сломило кибуцников. 19 лет они прожили в бомбоубежищах. С 1948 по 1967 год до шестидневной войны. Целое поколение израильтян выросло под землей. Но говорят, что самый верный товарищ и надежный солдат в израильской армии – это кибуцник. Мы продолжим путешествие по истории Израиля в следующей передаче. Следите за нашими выпусками и ставьте лайки под этим видео. Вот уж поистине такое возможно только с Богом, избранным народом и только на его земле. А сейчас продолжаем слушать эхо марафона. И сегодня оно донесется из Ижевска, из церкви с удивительным названием «Вера, действующая любовью». Привет всем, кто смотрит передачу «Эхо Всероссийского молитвенного марафона памяти жертв Холокоста и восстановления Израиля». В этом выпуске мы снова вспомним о прошедших служениях марафона. Буквально через пару минут нас ожидает встреча с пастором церкви «Вера, действующая любовью» Оксаной Леонидовной Сентябрёвой. Итак, мы держим путь в направлении Урала, в славный город Ижевск. И вот мы уже в Ижевске, в очень интересном городе, о котором сказал русский поэт-песенник Владимир Тяптин. «Наше счастье с тобой неделимо, и тревоги, и боли одни. Будь счастливым, наш город любимый, и дари нам счастливые дни». Хорошо сказано. В один из таких дней мы записали интервью с пастором. Предлагаю вместе посмотреть. Оксана Леонидовна, приветствую вас! Приветствую вас, Кирилл Вячеславович! Мир вашему сердцу, шалом! Наша страна очень разнообразна, и каждый регион имеет свое отличие. Скажите, есть ли в вашем крае что-то особенное и уникальное? Особенная природа. Я люблю наш Удмуртский край. Видите, у меня за спиной березовая роща. Самые любимые мои деревья. Белоснежные ствола. Можно влюбиться в березку. Я приглашаю вас посетить наш родниковый край. Скажите, а есть ли у вас какое-то увлечение, может быть, хобби? То, что мне очень нравится, библейские истории ставить на сцене театра, чтобы оживали все эти библейские истории. Каждый год на Рождество мы ставим музыкальные спектакли, где сами сочиняем музыку, песни, ставим танцы. И эту благую весть Евангелия мы доносим со сцены театра до каждого человека. И это большое благословение.
Такие театральные постановки несут в себе идею распространения Благой Вести. А проведенное служение Всероссийского молитвенного марафона памяти жертв Холокоста и восстановления Израиля в церкви «Вера, действующей любовью» 24 января коснулось сердец молодого поколения христиан. Сейчас мы вместе посмотрим фрагмент прошедшего служения памяти и интервью с Александром Сабуровым, служителем церкви. Я спросил у Александра, как молодежь вашей церкви реагировала на проведенное служение. Да будет мир в стенах твоих, Израиль, Иерусалим! Просите мира Иерусалиму, да благоденствует вселюбящий тебя. Да будет мир в стенах твоих, благоденствие в чертогах твоих. Ради братьев моих и ближних говорю я мир тебе. Ради дома Господа желаю блага тебе. Ну, нужно сказать, что когда мы готовились, во многом мы и сами не понимали, как все это должно выглядеть, как должно быть. Мы много молились, много прочитали разных материалов, источников, много чего посмотрели. И постарались, конечно, привлечь к этому и молодежь, и подростков, и детей. И когда рассказываешь им о Холокосте, вообще, что это было такое в истории, многие, конечно, даже такого слова не знали и не понимали, что это такое. Но когда мы сами в это вникали, когда мы сами думали об этом и как должно было проходить это служение, эта памятная дата, мы сами этим проникались, и, может быть, конечно, мы и всей глубины не поняли еще до конца, потому что все-таки мы начинаем эти шаги в марафоне. И объясняя детям, мы как бы и сами в это углублялись. И, конечно, хотелось бы понять, что действительно многие из молодежи действительно это поняли, поучаствовав в этом служении, в этом дне памяти. Мы, конечно, хотели бы, чтобы это продолжалось и дальше. Знаете, та же самая заповедь, когда Бог, обращаясь, говорит: «Почитай отца и мать». И знаете, Израиль – это и есть наш духовный отец. Аминь! И как важно нам почитать. И Бог дважды говорит: «Благословляющий Израиль, я благословлю». Проклинающий Израиль получает сам проклятие. И через пророка Малахию Господь говорит, знаете, до недавнего времени многие христиане имели ложь в своем разуме и сердце. Они отвергали евреев. Многие говорили, что евреи виноваты в том, что распяли Христа. Но это не так. И через пророка Малахию Бог, Он говорит: «В последнее время я обращу сердца детей, духовных детей, к отцам, и сердца отцов к детям». А сейчас вернемся к интервью с Оксаной Леонидовной. Как реагировали наши дорогие братья и сестры, которые находились тогда в зале, вот на это служение? Мы – тело Иисуса Христа. И, конечно же, через нас Бог хочет утешать еврейский народ, протягивая им руку помощи. Каждый раз на
еврейский Новый год, мы приносим свое пожертвование нашей еврейской общине, которая здесь, в городе Ижевске. И мы очень тесно сотрудничаем вместе с ними. Ну что же, время передачи закончилось. Мне осталось сказать спасибо церкви. А Ижевску до скорого свидания. На сегодня все. Я прощаюсь с вами. До следующего выпуска. Не пропустите. Алия не только продолжается, но и наращивает свои темпы. На прошлой неделе сотрудники христианского фонда «Эвенезер» проводили 283 репатриантов. 4 дня подряд самолеты с евреями из разных городов России вылетали в Израиль из московского аэропорта Домодедово. Давайте узнаем историю одной семьи из Москвы. Я родился в Москве. Семья у меня не религиозная, но еврейские корни у нас всегда и традиции поддерживались. Папа у меня еврей, бабушка еврейка. Традиционно в нашей семье всегда вспоминались, я не говорю, что праздновались, но всегда вспоминались праздники еврейские. Всегда мы в прием пищи у нас была маца. Праздник Пурим мы тоже очень любим. Вот я вовлек свою семью, женились мы 17 лет назад, у нас трое детей, и сейчас вот мы делаем большой шаг в жизни, репатриации. Хочу, чтобы у детей моих было иное будущее. Будет оно лучше или хуже, мы не знаем, но мы знаем точно, что мы делаем этот шаг для того, чтобы дети увидели другую жизнь, получили другое международное образование и нашли себя в тех традициях еврейского народа, которые могут приобрести именно в Израиле, а не в России. Потихонечку трудоустроимся, доучим язык иврит, мы его начали, пока очень плохо знаем. Но в любом случае, чем быстрее мы его выучим, тем нам будет легче адаптироваться, найти достойную работу, найти себя. Значит, тема репатриации в нашей семье поднималась всегда. Я с малых лет знал, что у нас есть право такое. Вот, я этим правом к 38 годам созрел, чтобы реализовать. А то, что с детства знали, это не только от родителей, от бабушек, дедушек. Это и мои друзья со мной всегда проговаривали эти вопросы. Мы всегда еще соревновательные устраивали такие сами себе программы со своим однокурсником, товарищем. Вот, а давай пойдем в консульство, там переговорим, кто быстрее. Но в результате и среди нас только я один среди своих созрел для данного шага. Вот. Ну, еще раз говорю, шаг для меня непростой, но не попробовав, ну, я не узнаю. Вот, поэтому вижу результат положительный в конечном итоге. Буду учиться, буду развиваться, буду подтверждать свое образование, вот, и достигать социальных успехов в жизни. Я вот не просто говорю о том, что я себя ощущаю больше евреем, именно поэтому я сейчас вот этот путь репатрианта выбрал для себя. Конечно, если я воспитывался все время в среде, где обсуждались какие-то речевые обороты были, какие-то традиции были, праздники, мы их не праздновали в том понимании, как в Израиле их празднуют. Конечно, мы их не праздновали, потому что мы все-таки живем в России, и по субботам иногда приходится выходить на работу. Но я всегда с большим уважением относился к традициям, я их всегда поддерживал. Я сам лично попал под элементы антисемитизма в своей школе. Вот, ну, мне хватило этого в детстве, и я сейчас, раз меня уж так называют евреем, так дайте я им буду. Молимся за скорейшую адаптацию алимов в Израиле и благословляем их новую жизнь на родине. А сейчас пришло время для очередной главы киноромана «Ты мой», читает автор Борис Васюков. Читает автор. Глава 7. Небо.
Рабсан медленно, покачивая шеей в такт каждому шагу, нес на себе командор. Лен опустил поводья и, казалось, смотрел прямо перед собой. Но в действительности все происходящее вокруг было будто где-то неизмеримо далеко от него. Очертания зданий, предметов, людей расплылись, стали неясны, словно он видел их сейчас за толстым и пыльным стеклом. Где-то пронзительно и жалобно кричала женщина. Плакали дети, громко квахтали под копытами Рабсана обезумевшие курицы. Но Глен этого не слышал. Он будто оглох. На какое-то время им безраздельно завладела тишина. Лишь грустная мелодия той самой песни, что совсем еще недавно раздавалась за стенами сгоревшей синагоги, чуть слышно звучала откуда-то из самой глубины его естества. Копыта Рабсана неспешно опускались на мостовую. С каждым его шагом ее камни медленно, будто нехотя отступали, уплывали в небытие, мрачно поблескивая атласом, покрывавшей их крови. Мелодия, звучащая внутри Глена, стала громче. Смерть еще не закончила свои дела в этом городе. Да, большая битва была победоносно завершена, но на каждой улице, в каждом дворе и в каждом доме продолжались свои бои и свои трагедии. Рабсан уносил на себе командора все дальше и дальше от них. Глен будто находился в полузабытии. Все, что происходило вокруг, проплывало перед ним неспешно сменявшими друг друга картинами и видениями. Воин. В его руке большой золотой светильник, обернутый в яркую дорогую ткань. На лице расплылась алчная улыбка. За его спиной, в проеме двери, на каменном полу, женщина с рассеченным кровоточащим лицом. Немощный, испуганный пожилой еврей, с клокоченными волосами и ужасом застывшим в глазах. Стремительно летящее в него копье, безумный хохот всадников, проезжающих мимо, пригвожденных к двери мужчин. Глаза командора безжизненно пусты. Мелодия внутри него звучит еще громче. Ему казалось, что все новые и новые голоса, сливаясь, присоединялись к ней. Женщина в руках одного из воинов. Она сопротивляется из последних сил и пытается кусаться. Удар по лицу. Женщина теряет сознание. Воин бросает жертву на стол и разрывает новую одежду. Двор, заполненный крестоносцами. В центре двора костер и огромный котел над ним. В чьих-то руках курица. Взмах меча, курица обезглавлена и бьется, истекая кровью. Из дома выкатывают большую бочку. Удар по пробке, мощной струей бьется красное вино. К ней тянутся десятки кружек. Вино переполняет их и льется на землю. В небе, где-то бесконечно высоко над Гленом, разорвав путы смердящего черного дыма, выкатилось солнце. Оно светило нестерпимо горячо и ярко. Величаво и торжественно мелодия звучала внутри командора уже могучим, тысячеголосым хором. Солнце дрожало от этих звуков и, казалось, вот-вот могло упасть на землю. Камни мостовой сменились пыльной проселочной дорогой.
Лен выехал из ворот. Город и все происходящее в нем остались позади. Мелодия незаметно стихла. Красная, раскаленная сухая земля. Повсюду камни, от самых мелких до неподъемных валунов. В их тени пряталась серая безжизненная трава. Кое-где, извиваясь, цепляясь за землю, тянулись к обезумевшему полуденному солнцу ветви корявого и колючего кустарника. Город остался далеко позади и виднелся серым, изубренным контуром далекой крепостной стены. Шаг Рапсана замедлился. Вскоре лошадь остановилась. Нет сил пошевелиться. Нет сил вздохнуть. Просто нет сил. Конь повернул голову и с тревогой посмотрел на хозяина. Тот, бормоча под нос что-то невнятное, попытался сойти с него, сделал неловкое движение и, потеряв равновесие, упал спиной на землю. Иссохшая трава, найдя брешь между латами, тут же вонзилась командора множеством острых игл. Глен попробовал встать. Нет, не подняться. Командор медленно, изо всех сил, щурясь от слепящего солнечного света, приоткрыл глаза. Небо. Куда ни кинешь взгляд, небо. Безграничное, бездонное и невероятно голубое. Как давно я не смотрел на небо, удивленно подумал Глен. Это кажется невероятным, но я почти забыл о нем. Забыл эту синь и белизну облаков. Забыл. А когда-то оно было так близко. Наш выпуск подходит к концу. В это непростое время так важно получать ободрение и вдохновение из источника жизни – Божьего Слова. А еще источник жизни – это церковь в Ухте. Давайте послушаем пастора и помолимся вместе с ним. Ну а я прощаюсь с вами уже до послезавтра. Напоминаю, теперь и по пятницам на канале «Две маслины лайф». До встречи! Мир вам, дорогие друзья! Я пастор церкви из города Ухты, церковь «Источник жизни». Я бы хотел сегодня поговорить с вами, дорогие, о том, что верующие благословляются с верным Авраамом. Мне бы хотелось обратиться сегодня к страницам как Ветхого Завета, так и Нового Завета и связать это с одним героем – Авраамом. Бог, глядя на сердце Авраама, увидел в нем то, что он хочет увидеть в каждом верующим в Него человеке. Он увидел в Него то, что сила этого человека была не в нем самом, а в том, кто его создал, в Боге. Когда Бог призывал Авраама, то Авраам услышал его голос. Услышал то, что что-то происходит в его окружающем мире не так, как многие смотрели на этот мир. Авраам родился в то время, когда царем и царством Вавилона и других земель правил такой царь Нимрод. Это внук одного из детей Ноя, Хам. И Библия говорит, что Нимрод был очень сильным звероловом, очень сильным человеком на земле. И он строил цивилизацию, и он строил башню вавилонскую. И в раввинистической традиции именно вавилонская башня расценивается как бунт против Бога. Мы все знаем, что произошло потом, что Бог раздал разные языки людям, которые строили
эту башню, и они перестали понимать. Они перестали строить эту башню и разошлись по земле. Но в день, который мы все знаем, день Пятидесятницы, было замечательное событие, когда Бог дал новые языки верующим людям, и они, и многие люди, которые были в то время в Иерусалиме, стали понимать друг друга, что говорят апостолы, ученики Христа. Я бы хотел сказать, что верующий, он благословляется с Авраамом. Авраам поверил Богу, и Бог вменил это ему в праведность. Первое, что увидел Авраам, что природа Бога благословляет. Поэтому я хочу ободрить каждого из нас верующих, что Бог благословляет, а не проклинает. Бог благословляет тех, кто верит в Него. Жизнь людей, и вообще люди делятся на две категории, верующие и неверующие. Нимрод – образ неверующих людей, Авраам – образ верующих в Бога людей. Мы идем параллельными курсами, но в противоположных направлениях. Верующий идет в небеса, неверующий остается на земле и строит свою жизнь здесь. Но мы все с вами знаем, что жизнь на земле коротка, и Бог ограничил 120, а в Моисее говорит и 70, и 80 лет, и лучше из них пора труд и болезнь. Я хочу ободрить тебя, дорогой друг, когда ты проходишь этот земной путь, и лучше пора из них труд и болезнь, знай, что природа Божия благословляет. Бог благословил Авраама потомство с землей. Бог заключил с ним завет. Представьте, Бог заключает завет с человеком. Бог связывает себя, свою судьбу вечную с человеком. Он так делал всегда. Он продолжает это делать и сегодня. Он такой. Не думай, что вдруг, смотря на жизнь людей, образа Нимрода, что кто-то хочет как-то улучшить свое земное состояние. Они талантливые люди, безусловно. Но знай, что Бог благословляет тех, кто возложил свое упование на Него. И благословение, третье, это повод послушания Слову Божьему. Поэтому Иисус и говорит, чтобы мы с вами просили Его всегда. Он нас связал, чтобы мы просили своего Создателя. Чтобы мы Его искали, и Его можно найти. Чтобы мы стучали, и Он отворит нам. Поэтому ободрись, Бог дает благо просящему Него. Тем более даст Божьего Духа Своего каждому верующему. Поэтому пусть этот день будет для тебя благословением Господним и утвердит тебя в жизненном пути следования небеса. Аминь. Я бы хотел помолиться сегодня и благословить вас. Дорогой Отец, я благодарю Тебя за всех, кто смотрит нас, кто-то смотрит программу «Две маслины». Благодарю Тебя за этот проект, Господь. Я молюсь о том, чтобы он приносил плод Духа и много плода, чтобы жизнь людей действительно преображалась силой Твоей. Во имя Иисуса Христа.
حافظ دايما لينا وعودك واللي مطمنا وجودك ضامن بدايتنا ونهايتنا ضامن بدايتنا ونهايتنا من يوم ما عينيتك لقيتنا والنعمة الغالية افتقدتنا للعالم يقدر عن حبك يبعد يقدر عن